Эй, здорово, ребята! Это озвучка манги One Punch Man. Вы готовы к просмотру? Что ж, прежде чем мы начнем, хотелось бы вас попросить кое о чем. Обязательно подпишитесь. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. One Punch Man. 190-я глава. Подкрепление. Сжимаю кулак и просто смотрю вверх. Пусти меня, я остановлю ее, даже если придется ползти. Погоди, кому говорю? Ты ж совсем из сил выбилась. Но ты видел мою сестру. Если кто и выбился из сил, так это она. Ох, как же вы похожи. Что поделать? Все-таки родня. А? Что? Ха, да нисколечко. Вы-то, может, и не замечаете, но то, что вы ладите как кошка с собакой, верный знак вашей с ней схожести. Чушь какая, ты хоть знаешь, как я настрадалась из-за того, что мы с ней такие разные. Зато схожи вот здесь. Тогда тем более разные. Ты не так поняла. Успокоиться? Да я этих ничтожеств и без тебя... Понял я, понял. Ох, а вот лежала бы послушно. Глядишь, уже раны твои залечили бы. Не отдавай, ой! Есть! Гаси его! Все-таки мои стальные мускулы не подвели. Все смотрят на меня. Я сияю ярче всех. Вот черт, такими темпами нас перебьет как мух. Не хотел этого делать, но, видимо, придется размножиться до предела и разнести всех пух и прах своим черно-цунами. Погодь, если разделимся, этой горилле неуемные наши удары вообще на лапочки будут. Надо объединиться. Слышь, я, ты че раскомандовался? Хотите объединяться? Вот вы и объединяйтесь. Да толку, если половина соберется? Головой подумай. Я! Ну-ну, по что браниться? Лучше умрите дружно! А, смотрю, вы тут трудитесь, не поколодая рук. Камикадзе! Ха-ха, Нидерин! А совет мастеров клинка? Уж не знаю, что за ассоциация монстров такая. Но наша честь не позволяет нам молча смотреть, как наших товарищей превращают в чудовищ. Можете рассчитывать на наши клинки. Вот так так. Неужто Бэнг из кулака горного потока, дробящего камни, весьма наслышан? Рад знакомству. А, опять какие-то чудилы приперлись. Эй, ты чё расселся? Видом любуешься? Помогай мне давай. Что ты? Это ведь твой шанс. Лови удачу за хвост, если хочешь победить в нашем соревновании. А чё? Тьфу, бесполезный император. Плодись, плодись. Все равно твои двойники разброшены и не шибко сильны поодиночке. Осталось дождаться, когда мелюзга сотрет эту зловредную цивилизацию в пыль, чтобы уничтожить их своим огненным шквалом. Не тащиться же мне самому по белому свету, опустошая его. Ха, чудесный план. На все воля планеты. Собираемся и фигачим его по очереди! Не прекращайте атаковать! Пружинящий бус! Пробивная мощь его удара так велика, что в уличной схватке ему приходится сдерживаться, чтобы не пострадали невинные. Хоп! Брат Сарванцу! Да! Благодарю за столь лестные слова, учитель. Получай! Упокоение! Невероятно! Вы кем себя возомнили? Кибордемон! Адская метель! Оставляю его на тебя! А? Стой! А? Мастер в майке! Да на нем живого места нет! Даже не знаю, хватит ли мне сил, чтобы помочь ему.
Если бы я только мог поделиться с ним своей энергией. Давай попробуем. Что? Есть. Кажется, он немного восстановился. О, старость не радость. Гарроу! А? Охотник на героев? Да. Ну почему сейчас? Значит, был все-таки в ассоциации монстров. Он, конечно, на себя не похож, но я узнаю эту неименоверную жажду крови. Бэнк! Он здесь! Гарроу здесь! Уж прости, но я сейчас немного занят. Иди, я здесь справлюсь. Иди и исполни свой долг учителя. Век не забуду, атомный самурай. Долг? Раньше, помнится, твердил, что на Бэнга полагаться нельзя. И мы сами должны остановить Гарроу. Я был неправ. Чуть не обесславил решимость Бэнга. Я бы на его месте такого не простил. Девица, спрячься где-нибудь. Не надо меня недооценивать. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя.